МВД предупреждает. Это незаконно. Будьте бдительны. Злоумышленники предлагают незаконную работу в мессенджерах и на маркетплейсах. Важно! Не соглашайтесь передавать посылки от посторонних людей даже за высокую оплату. Не принимайте для перевозки неизвестные грузы. Преследуется по закону. Контрабанда наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок вплоть до пожизненного. Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением свободы на срок до 15 лет со штрафом до 500 000 рублей. Запомните, если неизвестные вам предложили работу, связанную с изготовлением химических веществ, не соглашайтесь. Будьте бдительны. Если, устроившись на работу или выполнив чью-то просьбу, вы поняли, что невольно стали участником преступления, немедленно сообщите об этом в полицию. Это освободит вас от уголовной ответственности за такое преступление. Соблюдайте закон. Продолжение следует.